Здравия и процветания всем праведным людям, аз есмь Арий Радослав, и сейчас я хочу представить вам сокровенное знание о докириллической письменности славян, в знаках которого была заархивирована высшая мудрость Вселенной. Аум Ар-Асия — это исконная славянская протокириллическая письменность, созданная 7000 лет назад, прототипами которой являются письмена тертеревенчанской культуры. Это образное письмо, древность и достоверность которого доказывается и демонстрируется многими археологическими памятниками. На протяжении последних 10 000 лет в ее классическом варианте она состоит из 64 образов, обозначаемых знаками, звуками и понятиями. На многих предметах древних времен, таких как посуда Трипольской, Срубной и Черняховской культур, монеты скитских и сарматских князей, а также Боспорского царства, можно явно видеть ее прекрасные многомудрые знаки. Кирилл и Мефодий не создавали славянского письма с нуля, но создали христианскую, церковно-славянскую письменность, противовес уже существующей письменности методом ее сокращения, упрощения, ликвидации ее образов и переставления знаков местами, переозвучивания и переосмысления их. Так они создали кириллицу. Но древнюю письменность Аум Ар-Асию продолжали хранить и использовать священнослужители рахманской традиции путь Саагаста, рахманы, учеником одного из которых, Раяна Правеслава, мне и выпала великая честь быть. Посему я рад представить вам вселенскую мудрость, закодированную в изначальной письменности индоевропейских народов,